Советского информбюро. 30 апреля севернее Берлина. Войска 1-го Белорусского фронта с боями заняли город Седаник. В Берлине войска фронта, продолжая вести уличные бои в центре города, овладели зданием германского рейхстага, на котором водрузили знамя победы. В боях за 29 апреля в Берлине войска фронта взяли в плен более 9 тысяч немецких солдат и офицеров. Войска 1-го Украинского фронта продолжали вести уличные бои в юго-западной части Берлина. Корабли Краснознаменного Балтийского флота потопили в южной части Балтийского моря транспорт противника водоизмещением 6 тысяч тонн. Авиации флота потоплена немецкая подводная лодка. За 30 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 98 немецких танков и самоходных орудий, сбито 26 самолетов противника.